В этом уроке Асгарда я хотел бы ответить на некоторые вопросы моих новых подписчиков. Дело в том, что я уже повторял, что есть у меня на эту тему отдельные ролики, но, к сожалению, людям тяжело найти. Хорошо, раз вы не можете найти, мне не составит труда еще раз вам объяснить. Заодно и закрепить то пройденное, потому что я думаю, что многие пропустили мимо, потому что просмотров не так уж и много. Так вот, вопрос был такой: что такое дух, что такое душа, чем же они отличаются, ну и так далее и тому подобное. Для того, чтобы это объяснить, я решил начать с духа. Дух – это то, что в вас вечное. Вот когда вы смотрите в зеркало и видите свое тело, видите свое лицо, так это не вы. Это не вы. Это просто ваша оболочка. На самом деле, дух – это и есть вы. То, что в вас вечное. Дух у человека всегда. Он вечен. У него нет начала и у него нет конца. Ваш дух содержит в себе память всех ваших воплощений. Сколько бы их ни было. Сотня, тысяча, 10 тысяч, 100 тысяч. Он все-все помнит. Поэтому, когда человеку дается какая-то информация, и он принимает ее душой, то это душе подсказывает дух, потому что в нем эта информация вся заложена. А вот с душой немножечко все обстоит по-другому, потому что душа у нас идет по кругу абсолюта. И вообще душа душу нам дает, Богородица Джива. И, естественно, наш род. И душа дается человеку именно на его земную жизнь. И не совсем правильно, что она бестелесная, потому что, в общем-то, сердце – это тоже часть души. Поэтому, когда говорят «слушайте свое сердце», «прислушивайтесь к сердцу», это как раз и говорится о душе. Теперь я подготовил вам конспектик из уроков Асгарда. И вот что нам говорит Асгард. Круг абсолюта – это движение души из мира прави через пространство мирности, ее развитие и возвращение в мир прави. То есть душа, когда вам дается, вы идете в мир яви, потом идете в мир славе, если все хорошо. А славь – это навь, то есть это светлая навь. Но есть возможность, что и уйти в темную навь. Если все хорошо, вы идете в славь, потом душа идет в вашу правь. И вот так снова по кругу абсолюта. Извините, но это законы Вселенной, законы богов. Я еще раз вам объясню, что законы богов – это те же наши земные коны, но только коны Вселенной, коны богов. Теперь, смотрите, создает душа Богородица Джива нам. И душа отходит от Дживы и идет в какую-либо систему звезд. Ну, у нас, у славян, многих народах это называлось. Душа приходит в четырехмерный мир. Тут она развивается, идет в более высший мир. Ну, если все хорошо. По многомерности. В мир славе. Там развивается, как я сказал, мир праве, но уже в ином качестве, в иной структуре. Теперь, что такое матрица души? Я делал вам урок. Так вот, душа – это энергоинформационная матрица. То есть она разделена на 4 части. И ее, конечно, тоже создает наша родная Богородица Джива. И направляет в наш материальный мир для развития и для того, чтобы вы совершенствовались. Данная матрица – это образная структура человеческой души. В каждом квадратике, вот представьте себе, 4 квадрат разделен на 4 части. Я не буду вам рисовать схему, я думаю, что это нетрудно представить. И вот все 4 квадратика, 1, 2, 3, 4. Теперь смотрите, в первом квадрате дается значение о жизни на обитаемых землях, о мерностях в пространстве, определенный набор чувств, указание пути, по которому должна пройти душа. Второй квадрат – это матрица совместимости, совместимости души с вашим физическим телом, ну, чтобы не было никакого спора, в котором она будет находиться. Совместимость образов духа и крови по отцу. Вспомните законы Рита.
Образ духа и крови женщине дает первый ее мужчина. Совместимость образов и понятий окружающего мира, то есть социальной системы, которая больше всего подходит под духовное развитие души. Поэтому даже негр, Пушкин, помните, писал, только на русской земле, я всегда часто повторяю, может родиться русская душа. Так вот, третий квадрат – это матрица того, что душа должна передать своим потомкам. И четвертый квадрат – это чистое поле. То есть табула рас, чистый лист. Чистый лист, и вы должны в этот чистый лист наработать то, что вы должны наработать здесь, пройдя вот в мире яви свой земной путь. То есть совершить свой путь по золотому пути духовного восхождения. Вот для этого дается четвертый чистый квадрат, который вы должны заполнить его. Теперь еще такое определение. Дух есть вы, и это часть вашей структуры развития, если просто в двух словах сказать. А вот душа – это ваша взаимосвязь с обществом, понимаете? Теперь о судах. Я еще раз хотел бы вам повторить, потому что многие спрашивают. Да, тут ролик на большом канале. В общем-то, когда создаешь много роликов, они оседают в папке. И, как вы сами знаете, я, в общем-то, работаю много, делаю роликов много, поэтому, когда делаешь роликов много на первой страничке, те, которые делал неделю назад, уже уходят вниз, и мало кто о них уже вспоминает. Поэтому я повторю вам, что человек проходит после смерти три суда. Итак, из конспекта, четко. На девятый день после смерти серебряная нить, которая связывает душу и тело, прерывается, и душа поднимается вверх. Описывает восьмерку вокруг Земли и Луны. Атмосферные слои воспринимаются ею, как рубежная река. И останавливается душа в городе света, или солнечный город. Здесь душа находится 40 дней. Именно почему у нас христиане все это взяли. Это же они ничего не выдумывали. Они брали у нас то, что существовало сотни тысяч лет. Так вот, душа находится 40 дней, но это по нашему времени. А там за это время может пройти один день, как тысячи лет. Ну, надо понимать, что там совсем-совсем все по-другому, измерение другое. Здесь человек находит все ответы на свои вопросы, которые интересовали в жизни, и проходит три суда. Итак, первый суд, самый страшный. Это суд совести. Многие считают, что ничего страшного в этом нету. Но поверьте мне, суд совести – это самый-самый страшный суд. Потому что страшнее, чем сам человек, никто его не осудит. Он сам себе подсудимый, прокурор, адвокат и судья. Человек осудит его собственную совесть. Поэтому вы же себя никогда не сможете обмануть, как бы вы ни старались. Второй суд, в общем-то, тоже страшный, потому что это суд ваших предков. И человек держит ответ перед предками, что он сделал для процветания рода, чего достиг в своем созидании, на какой уровень душевности и духовности он вышел. То есть, чего ты достиг, тебя будут спрашивать твои предки конкретно. Поэтому это тоже очень страшный, тяжелый суд. Ну, допустим, вы прошли все эти суды нормально. Дальше идет третий суд Бога-покровителя, рода. И после чего суды предков человека пропускают в мир славы. Здесь его ждет и последний третий суд. Как я уже говорил вам про матрицу души, про квадратик и про все прочее, я думаю, вы помните. Так вот, Бог-покровитель данного рода, то есть он указал цель жизни. И на суде спрашивает, что ты сделал для достижения цели. То есть, годишься ли ты в созидатели или нет? То есть, ты должен стать созидателем для того, чтобы попасть в этот мир. И не забывайте, что мы приходим не просто, чтобы выполнить волю Дживы, а для того, чтобы пройти свой путь духовного совершенства и духовного развития. Если три суда пройдены, душа идет в следующий мир по кругу Абсолюта, то есть, в мир славы, на новую землю. Совсем другое измерение. Сначала в мир легов, это 16-мерный мир. Там развивается, идет в мир орлегов,
и так далее. В каждом мире проходит дальнейшее развитие. Каждый мир будет все более и более многомерный. Если человек не выполнил программу, а как вы сами понимаете, таковых очень и очень много. Я бы сказал так, что это подавляющее большинство. Допустим, бывает такое, что погиб на войне и ничего не успел сделать. Тогда вступает в силу богиня Карна. Та, которая отвечает за нашу карму. Так вот, она позволяет ему опять реинкарнировать и вернуться на Землю. Для того, чтобы он довыполнил то, что не успел выполнить. Но мало ли, человека убили на войне или случайно он погиб. Бывает и такое. Так вот, есть еще один вариант. Человек умер, поднялся в чистилище. И бог Варуна, а это, кстати, супруг Карны. Я думаю, что вы знаете, я уже делал уроки. Так вот, бог Варуна дает ему возможность вернуться и доделать, что он не успел. Дальше. Если чистилище человек проходит, он проходит суд и попадает в обитель Божью, в мир славы. То есть, или наоборот, на галактический восток в ад. Это у католиков. Но люди там остаются не вечно. Любой, кто осознает свои ошибки, всегда может исправиться. И он сможет снова подняться до земли, завершить развитие и пойти дальше в мир славы. Просто тот, кто не проходит земной путь, он уходит в более низкий мир. Как вы сами понимаете. Далее он там исправляет свои ошибки, снова попадает на землю. И только тогда он может заново пойти. Если он пройдет снова земной путь нормальный, тогда он пойдет далее по кругу абсолюта. Дело в том, что память стирается специально. Дух помнит, но, может быть, из десятка тысяч один может вспомнить все свои прошлые жизни. Или хотя бы частично какие-то жизни. У остальных память затерта. И, как вы сами понимаете, делается это преднамеренно. Потому что если вы будете знать, что вы накосячили в прошлой жизни, то, конечно же, в этой жизни это как подсказка, как на экзамене шпаргалка. Если вы приготовили шпаргалку, не зная документы, то списали все. И нет, вам дается все для того, чтобы вы заново прошли весь этот путь и заново все-все испытали, не помня о том, что вы накосячили в своей прошлой жизни. Теперь еще у нас Валхалла. На пути от земли до мира славы есть еще одно промежуточное звено, о котором надо знать. Это орбита, охраняющая систему Мидгард-Земли. Вращается как бы невидимая Земля, потому что здесь она находится в другой мерности, поэтому мы ее и не видим. Мы просто-напросто не можем попасть, вот, живя в мире Яви, в это измерение. Оно невидимо для нас. Так вот, на этой земле царствует бог Волх, сын Индры и матери сырой земли. И на этой земле находится обитель воинов, так называемая охранная сторожевая башня Валхалла, то есть зал Волха. Это небесное воинство охраняет землю, но не в наших четырех измерениях, что у нас сейчас в Яве, а в других, чтобы по тем измерениям темные силы не могли проникнуть на землю. Вот такие вот дела. Теперь я хотел бы вернуться к нашим телам. То есть, почему некоторые говорят «мое тело», а некоторые говорят «телеса». Так вот, чем же отличается тело и телеса? Дело в том, что наши предки телесами называли наших 9 тел. И эти знания не просто родились на пустом месте. Эти знания передали хранители. А я вам уже говорил, что у Асгарда учителя-хранители от великого похолодания, а это 13 с лишним тысяч лет назад. И всех поименно Асгард знает, всех своих учителей, кои передавали знания потомкам рода небесного, чадам великой расы. Поэтому именно эти знания я вам сейчас и озвучиваю. И, естественно, вы все помните, что у нас всегда были матрешки. Дело в том, что в последнее время
просто-напросто от своего невежества люди забыли, стали делать и по 7, и по 8, и по 9, и по 10, и даже по 12 матрешек, совершенно не понимая их предназначение. А их всегда было 9. Вот эти 9 матрешек соответствовали 9 телам потомка рода небесного. И многие спорят со мной и в довод приводят индийские веды, что у них 7 тел. Я вам напомню, дорогие мои, что Сантия Веда Перуна нам дал Перун 40 170 лет назад. А более древние веды, более 100 тысяч лет назад нам дал Тарх Даждбог, сын Перуна. То есть Тарх Перунович. Поэтому сравните по срокам. А в Индию наши предки, белые боги, дали часть только знаний. 5000 лет назад. Вот и сравните 5000 лет назад, 40 тысяч и 100 тысяч. И сделайте для себя соответствующие выводы. Еще я вам приведу пример, что один индийский духовник, к которому приехали русские, спросил их, зачем вы сюда приехали? Ну, те ему ответили, за духовностью. И вы знаете, что он им ответил? А вам не надо приезжать сюда. Духовность у вас там, в России. А мы хранители только части знаний. Вот такие дела. Я вам говорил о том, что у каждого потомка рода небесного, у человека, 9 тел. То есть, по сути, если просто сказать простыми словами, это 3 тела, которые относятся к физической оболочке, к явному телу, 3 ментальных, это мир прави, и 3 астральных тела, это, конечно же, мир нави. Так вот, я вам сейчас зачитаю конспект, более, так сказать, подробно расскажу об этих телах еще раз, если кто-то не усвоил. Так вот, 9 тел человека. Первое – это защитное тело, аура. Это как атмосфера вокруг Земли. То же самое – это аура вокруг человека. Дальше – явное тело, физическое. То, что вы сейчас видите меня. Мерное тело, эфирное тело. Это держит тело в определенной мере, в определенной форме, как энергетический каркас. Первые 3 тела – защитные, явные, меры. Мерные – это основные тела для существования в мире яви. Вот в том мире, в котором мы сейчас с вами находимся. Для того, чтобы мы здесь могли адаптироваться полностью и чувствовать себя вполне прилично, как у себя дома. Дальше идет 4-е – звездное тело, то есть астральное тело. Оно необходимо человеку для путешествий между звезд. Многие человеки так и делают и путешествуют между звезд. 5-е тело – это образное тело, то есть ментальное. Опять, конечно, не русское слово, но плюньте на него. Мы уже привыкли к этому. Считайте его образным. Наши предки говорили, что это не просто мысль, а образ, то есть имеет законченную форму. 6-е тело – это образ обратной взаимосвязи, то есть тело обратной взаимосвязи. Ну, тело кармы, я бы сказал. Кармическое тело. Тело причинности, поэтому и переводят карма как причинно-следственная связь. То есть груз ваших нерешенных проблем. Ну, в простонародье это называется ваши косяки. Извините, ну, вот так вот проще объяснить. Тело связано с окружающим миром, и через него проходит связь со всеми живыми существами. Землями, звездами, солнцами. То есть тело образной взаимосвязи является связующим с различными жизненными структурами. Дальше. Следующие 3 тела. Вот эти вот звездные, образные, кармы для существования в мире нави. Теперь 7-е тело души. Ну, про душу я вам уже сейчас говорил. Это то, что подпитывает душу. И тело является как бы связующим между душой и духом. 8-е тело высшей формы, божественное тело. То есть божественное начало в человеке, божественная сущность. Это тело. У нас от рождения. Поэтому у нас славяне так и говорили, мы все дети Божьи. Мы внуки даже Божьи, которые в процессе духовного становления сами становятся асами, богами, созидателями. И заметьте, понятие духовность
только есть у нас, потому что во всем мире говорят только о душе. И вспомните того же Радомира, который пришел к евреям для того, чтобы дать им элемент. Какой элемент? Духа. Духа. То есть дух и совесть – это, в принципе, один и тот же элемент. Так вот, и девятое тело – это наш вечный дух. Я вам говорил, что дух не имеет начала и не имеет конца. Это высшее «Я». Поэтому вот эти еще три тела – это для существования в мире праве. Поэтому, образно говоря, первые три тела – это физическое тело, как я вначале сказал. Вторые три – это душа человека. И последние три – это дух человека. А тело души – это как бы оболочка или рубежное тело для связи духа и души. Теперь, что же управляет человеком? Человеком управляет воля и совесть. Всеми девятью телами управляет воля. То есть, когда говорят «вольный человек», это не значит, что «хочу, то и ворочу». Вольный человек – это тот, который волевой и который живет по чести, по совести, соблюдая законы своих богов, своих предков. Вот что значит «вольный человек», а не тот, который «что хочу, то и ворочу». Ну и потом вот эти выражения «вольному воля, а спасенному рай». Как вы понимаете, спасенному рай – это христиане, которые, в общем-то, считаются спасенными, если они попадают в рай. Ну, что такое рай, я вам уже объяснял. У нас это называется пеклом. Теперь, кто чем управляет? А управляется все очень просто. Вот нашим телом управляет душа. Душой управляет наш вечный дух. Духом управляет воля и самый высший у нас орган. Это совесть, которая управляет волей, то есть управляет всеми телами. И вот, что самое важное, смотрите, волей управляет совесть. Совесть выше всего. Даже боги подвластны совести. Совесть – это совместно с высшей вестью. А высшая весть для нас – это рамха. То есть, когда вы принимаете решение по совести, вы принимаете решение со своими богами, со своими предками. Я вам уже сотни раз это говорил, но буду говорить всегда. Потому что это нужно повторять, повторять и повторять. Так вот, совесть выше всяких законов. Я имею в виду не токмо вот этих законов, которые здесь, на Земле или в нашей Российской Федерации. Совесть выше даже всех божьих законов, законов наших богов. Смотрите, совесть выше всяких законов, всех небесных законов. Поэтому говорится, что небесные законы созданы по совести. Управление волей – это поступать так, как считаешь правильным, но в соответствии с небесными законами. Тогда человек достигает цели, которую поставил перед собой, соблюдая небесные законы, то есть поступая по совести. Это и есть высшее, это и есть управление волей. Ну и напоследок я хотел бы вам вот о чем сказать. Эти знания не относятся к знаниям Асгарда. Это то, что я получил по своему каналу, и уже многие лета считаю так. Я никому не навязываю этого. Каждый вправе считать так, как он считает. Но вот что я получил по своему каналу и как я мыслю. Я считаю, что от рождения нам физическое тело не одно дается, а сразу три, то есть еще две копии. Я к этому пришел не сразу, а путем очень-очень долгих наблюдений за своими родными, знакомыми, просто за посторонними людьми. Вы не замечали такую вещь, что совершается какая-то авария, все люди погибают, а кто-то, находясь, в общем-то, в эпицентре событий, даже синяка не имеет. Говорят, сухим вышел из воды и так далее и тому подобное. Так вот, я не навязываю вам эти знания и не ссылаюсь ни на каких учителей.
а говорю чисто от себя, что я искренне верю о том, что у нас 3 копии тела. И, в общем-то, когда с вами случается беда, то одна копия заменяется другой. Почему я пришел к этому выводу? Потому что слишком уж много таких событий происходило, при которой тело не могло бы выдержать ничего. Это из моих личных наблюдений. Я считаю, что каждый человек имеет 3 копии, и за свою земную жизнь вот эти 3 копии вместе с ним всегда находятся. Если погибает первая копия, ее заменяет вторая. Если погибает вторая копия, ее заменяет третья. Для того, чтобы человек смог пройти свой жизненный путь по золотому пути духовного восхождения. Потому что для этого человек и посылается вот сюда, в мир Яви, на Мидгард-землю. Опять же, еще раз хочу повторить, что это мои сугубо личные данные, и я не ссылаюсь ни на кого. И ваше право, вы вольные люди, верить в это или не верить, но, по крайней мере, почва для раздумия есть. Подумайте, сравните с теми происшествиями, за которыми вы наблюдали в своей жизни, и вспомните, когда говорят, что родился как в рубашке. Ни царапины, ни синяка, ни так далее. И реально ли вообще это все было? Вот, собственно говоря, и все, что я хотел вам рассказать. Всем здравия и здравомыслия. Слава роду!